activated. Заперто. Что скажешь? Замечен враг. Обездвиживаю врага. Необходим ремонт. Проще простого для тебя, да? Церы, они захватили Илум. Нужно выбираться. Ты в порядке? Нет, меня заметили. И это еще не все. Они добывают кайбер-кристаллы. Капитан, готовимся к взлету.
нами? Получится его достать? Кажется, я все. Каналов. Направляют на вас все силы. Вы с Гризом в порядке? Мы залегли на дно, но буря почти улеглась. Скоро останемся без укрытия. А если замаскировать? Беги. Что это? Каждый путь уникален, дитя. Контролируй свой гнев. Их шифрование. Искажаю передачи, но уже скоро они все восстановят. Надеюсь, это даст нам фору. Спасибо. Тут повсюду штурмовики. Илун был нашей планетой, Кэл. Напомни им об этом. Let's go.
закладывать. Видишь что-нибудь? Вон там! Они прорвались и вызвали подкрепление. Каждый звездный разрушитель в секторе направляется сюда. Если они доберутся сюда до тебя... Нет, мы прошли этот путь не для того, чтобы угодить в плен. Я иду к вам. Сэры, у нас гости. Пусть Крис закроет богомол. Что? У тебя же империя на хвосте! Парень, ты чё, спятил? Доверьте мне. Хорошо, закрываем корабль. Справился. Мы. Без вас я бы сюда и не попал. На Бракке я мечтал о том, как буду штурмовать Корусант вместе с выжившими из Совета джедаев. На деле судьба Ордена зависит от азартного игрока, бывшего джедая и недоподавана. Кучка неудачников. Сам понял, что сказал? Только на беде можно положиться. Он дал Кордове стереть свою память, чтобы остаться и вести нас. Но вы оба хотите пожертвовать всем, чтобы продолжать, когда это кажется невозможным. Неудача — это часть пути. Я это понял. Спасибо вам всем. Поговорим позже, Кэл. Шести семян тебе хватит, Грис? О, прямо идеально. Совсем неплохо. Вполне достаточно. Ну, сойдет и так. Ладно, я понял. Постараюсь найти еще. Помнишь тот огромный корабль на Зефо? Вдруг там найдется что-то интересное. Датамир, да? Я готов к бою. Да. Пора встретить прошлое. А что с тобой и Трилой? Не знаю, когда я буду готова. Ты знаешь, что поможет тебе исцелиться. И я очень горда тобой. У меня свой путь. Помни, что я всегда готов тебя поддержать.
Вот-вот выйдем из гиперпространства. По местам. Хорошо, все будет хорошо. Сделаем ставки на то, какие ужасы нас ждут. Еще мертвецы, огромные пауки, цветы-убийцы. Все сразу. Не говори так. Или, может, сброд Гаксиона доберется до нас. Вы что, еще на меня злитесь? На своего Гриза? Злиться не совсем то слово. Но не отрицайте, вы получили острое ощущение. Думаете, в черный список сброда Гаксиона попадают все подряд? Не будь ты таким хорошим пилотом, я бы сама тебя им сдала. Не теряй свои навыки, Гризи. Если захочешь пойти со мной, я буду рад. Что? С какой-то стати? Нет, я туда не сунусь. Что тебе нужно, Кэл? Ладно, я пошутил. Ну, я рад, что мой страх перед жуткой смертью от руки ведьмы-зомби тебя веселит. А теперь давай за дело и уберемся отсюда! Ты уже не кажешься напуганным. Это потому, что на минуту я забыл, где мы находимся. Но спасибо большое, что напомнил, Кэл. Обращайся. Ну, как ты держишься, вернувшись сюда и вообще? Думаю, получится. Кэл, я уверен, что все получится. Спасибо. Не сейчас, у меня дела. Thank you.
Не зевай, друг. Нашел что-нибудь? Это что? Зря вернулся сюда безоружным. Не совсем. Думаешь, световой меч делает тебя джедаем? Нет. Встреча с вами. Я бегал от воспоминаний с Бракки. Но больше бегать не буду. Что ж, посмотрим, как ты умрешь от своей храбрости. Петрус! Ты ничему не научился? Если не сможешь превзойти меня, то умрешь здесь. И это все? Меч в твоих руках все еще мой ученик. Покажи мне все, на что ты способен!
впечатляет. Но так ли важна сила? Нет. Учитель, я не смогу забыть. Эта утрата навсегда со мной. Я не забуду ваш урок и вашу жертву. Помни, упорство откроет путь. Нам нельзя быть здесь. Это место проклято. Не бойся. Мы же договорились. Ты обещала научить меня вашей магии. Обещал подарить нам возмездие, если я научу его нашей магии. Простите, я буду на стороне Маликаса. Но глупо. Как знать. Мэрин, да? Я Кэл Кэстис. Все, что тебе говорили о джедаях, это ложь. Это слова, Кэл. Маликас тоже много сказал. Даррен Маликас когда-то состоял в Ордене, но кем он стал, я... Я даже не знаю. Но я знаю, что один световой меч еще не делает тебя джедаем. А что тогда? Мы хранили мир. И нас предали те, кого мы защищали. Мы пали от рук Империи. Возможно, я один из последних джедаев. Я была ребенком, когда они напали. Воин в броне, размахивающий этим, налетел на нас.
и вырезал мое племя. Моих сестер. Я осталась одна. Среди мертвых. А Маликас пришел и пообещал мне месть взамен на секреты, что я хранила. Я знаю, что значит все потерять. И Маликас зря использовал это чувство. Зачем нам быть врагами? Он пригодится. Опять она за свое. Я буду следить. Пошли отсюда. Впереди Маликас. Можешь вернуться. Не могу. На кону жизни. Чьи жизни? Невинных. Чувствительных к силе детей, которых истребят. Как нас тогда? Что-то интересное? Мой друг, я не из числа тех, кто отказывается от новых знаний. Случилось что-то ужасное. Пролилась кровь. Убивали своих ради мечты о власти. Кайл Кэстис? Маликас. С возвращением. Начнем твою подготовку? Ради чего ты пришел в эти руины и рисковал жизнью? Могу спросить тебя о том же. Здесь сокрыта сила. Сила, незнакомая джедаям, подвластная мне. И я готов поделиться ей. Разве не понимаешь? Это меня не интересует. Я хочу возродить Орден. Возродить Орден? Да ты глупец. Все кончено. Джедаи пали еще до истребления. Задушенные традициями. Оглушенные былой славой. Ослепленные долгой войной. Может быть. Но ничего не кончено, Маликас. Здесь и сейчас у нас есть шанс. Шанс извлечь урок из ошибок. Урок и джедаи? У них нет будущего. Как ты этого не поймешь? Время для чего-то нового. Ты и я. Мы можем создать нечто иное. Нечто лучшее. Нет. Тогда Датамир станет твоей могилой! Отразил мою атаку! Никчемный ты, джедай! Thank you.
тебя подготовили! Никчемный ты, джедай! Никуда не годишься! Тебе не хватает сил! Сразись со мной! Deactivated. 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 За мной беги. Блокируй!
Кто-то сейчас влетит. Хочешь попробовать? Мне же больше клиентов. Нашел что-нибудь? Хорошо, давай посмотрим. Сюда безоружным. Не совсем. Думаешь, световой меч делает тебя джедаем? Нет. Встреча с вами. Я бегал от воспоминаний из Бракки. Но больше бегать не буду. Что ж, посмотрим, как ты умрешь от своей храбрости. Летяй! Покажи мне все, на что ты способен. Ты правда ничему не научился? Это я научил тебя всему. Ты потерял световой меч. Впечатляет. Но так ли важна сила? Могу забыть. Эта утрата навсегда со мной. Я не забуду ваш урок и вашу жертву. Помни, упорство откроет путь. Нам нельзя быть здесь. Это место проклято. Не бойся. Мы же договорились. Ты обещала научить меня вашей магии. Мои павшие сестры.
Он обещал подарить нам возмездие, если я научу его нашей магии. Простите, я буду на стороне Маликаса. Ты вернулся. Смело, но глупо. Как знать. Мэрин, да? Я Кэл Кэстис. Все, что тебе говорили о джедаях, это ложь. Это слова, Кэл. Маликас тоже много сказал. Даррен Маликас когда-то состоял в Ордене, но кем он стал, я... Я даже не знаю. Но я знаю, что один световой меч еще не делает тебя джедаем. А что тогда? Мы хранили мир. И нас предали те, кого мы защищали. Мы пали от рук Империи. Возможно, я один из последних джедаев. Я была ребенком, когда они напали. Воин в броне, размахивающий этим, налетел на нас и вырезал мое племя, моих сестер. Я осталась одна среди мертвых. А Маликас пришел и пообещал мне месть взамен на секреты, что я хранила. Я знаю, что значит все потерять. И Маликас зря использовал это чувство. Зачем нам быть врагами? Он пригодится. Опять она за свое. Я буду следить. Пошли отсюда. Впереди Маликас. Можешь вернуться. Не могу. На кону жизни. Чьи жизни? Невинных. Чувствительных к силе детей, которых истребят. Как нас тогда? Случилось что-то ужасное. Пролилась кровь. Убивали своих ради мечты о власти. Кэстис. Маликас. С возвращением. Начнем твою подготовку. Ради чего ты пришел в эти руины и рисковал жизнью? Могу спросить тебя о том же. Здесь сокрыта сила. Сила, незнакомая джедаем, подвластная мне. И я готов поделиться ей. Разве не понимаешь? Это меня не интересует. Я хочу возродить Орден. Возродить Орден? Да ты глупец. Все кончено. Джедаи пали еще до истребления. Задушенные традициями. Оглушенные былой славой. Ослепленные долгой войной. Может быть. Но ничего не кончено, Маликас. Здесь и сейчас у нас есть шанс. Шанс извлечь урок из ошибок. Урок и джедаи? У них нет будущего. Как ты этого не поймешь? Время для чего-то нового. Ты и я. Мы можем создать нечто иное. Нечто лучшее. Нет. Тогда Датамир станет твоей могилой!
не победить! Это я уже видел. О, удар меня! Отразил мою атаку! Тебя подготовили? Бывало и хуже. Датамир, нет прав на нашу магию. Встань, Кал Кестис, ты пока еще жив. Ты без промаха или скинешь? Жалкие поту! Тебе меня не достать. Молодец, сюда! Даже не больно. Твои фокусы меня не пугают. Бегать от смерти вечно не выйдет. Говорил, Маликас, Датамир станет твоей могилой. Лежать ему во тьме со своими секретами и ждать смерти. Зачем помогла? Этому паразиту не место на Датамире. Зачем ты на самом деле здесь, Кал Кестис? Зеффа, те, кто возвели гробницу, создали некий объект, Астриум. Ключ к хранилищу на другой планете. Внутри список чувствительных к силе детей по всей галактике. Но Империя тоже его ищет. Какая Империя? Та самая. Ну та, что убивает чувствительных к силе, чтобы никто не смог дать отпор. Значит, скоро она придет на Датамир. Вслед за войной. Будем искать Астриум вместе.
Мы его нашли. Он реален. Мэрин, теперь можно воспитать новое поколение джедаев. Я рада за тебя. И твоих джедаев. Но ничто не вернет мне сестер. Да. Когда всех убили, я был один очень, очень долго. Прятался, и я все время боялся, что меня узнают или поймут, кто я. А потом? Друг посоветовал выйти из тени и найти свое место в галактике. И ты решился? Нет, но... Жизнь порой сама толкает тебя вперед, хочешь ты или нет. И вот я здесь. Весьма неожиданно. Толкает вперед. Я помогу тебе. Правда? Много лет я ждала шанса отомстить за сестер. Надоело ждать. Сердце говорит сражаться. Сестры ночи и джедаи обычно держатся порознь, но уцелевшие меняются. Да. Да, наверное, так. Что думаешь, Биди? Согласен. Только вот мою команду надо будет уговорить. Значит, уговорим. Дальше не пройти. Теперь пройти. Раньше это тоже ты сделала? Да. Интересно было, как ты справишься с Маликусом. Это что, был тест? И ты прошел. Поздравляю. Ты мне в этом поможешь? Уверен. Это твоя соратница. Кто она? Сэра? Стой, как ты о ней узнала? Я видела твоих спутников. Малика спросил их убить, но они не представляли угрозы. Сэра... Ну, она была джедаем. Долгая история. Я бы послушала. Встретимся на твоем корабле.
Идем дальше, Биди. Его нашел. Стоп, стоп, это кто? Это что еще значит? Значит, что я с вами. Цере, Грис, это Мерин. Что? Она же ведьма, нет? Сестра ночи. Не надо меня бояться. Без нее я бы не нашел Астриум. Мы сражались с Маликасом. Я ей верю. А мы верим тебе. Ты сначала это заслужишь. Ладно, ладно. Ну, садись. Пока она не выкинула какой-нибудь фокус. Добро пожаловать. Ты им по душе. Я тебя не понимаю.